внимание. С вами MC Тимур. В этом видео буду играть в игру под названием Мир Фэнтези. Итак, я начинаю играть с новой игры. Итак, нужно вначале выбрать персонажа какого-нибудь. Девушка-воин. Дальше у нас что? Разведчик. Так, еще что? Все, больше ничего нету. Че так мало, Да, пиздец, выбор прям широкий. Ну ладно. О, все, готово. Чем мне теперь тут нужно делать? А, всякие квесты выполнять. Ну ладно. Сейчас. Итак. И куда мне бежать надо? Сюда вот. Может быть, я его ударю, ну ладно. Ничего, видимо, не будет. Так. Добро пожаловать в магазин. Купить, продать. А что можно тут купить? Лекарства, зелье, манды, сильные лекарства. А сколько у меня денег? Мне как понять? Где? А! У меня всего лишь $500. Ну... Я себе лекарство куплю лучше. Все. Одну. Все. Я больше не знаю, пока пригодится, что мне это или нет, но пусть будет на всякий случай. Теперь я хочу сюда подойти. Хочу. К этой мадаме. Так. Добро пожаловать в нашу деревню. Продолжить. Помогите избавиться от злых слизняков. Они очень сильны, но сильно раздражают путешественников. Пить должно хватать. Хватить. Спасибо, что вызвались помочь. И чё, на этом разговор окончен? Что? Я-то думал, она мне чем-то сможет помочь. Я что-то могу тут сделать? А я могу вот это вот зарубить, интересно? Ну, так неинтересно. Оседлать. О! И теперь могу... Я так помню, ну что, да, где как раз стрелочка показывает, показана. Так. Никуда, куда, не сюда. А, все. Так, где я появился, чем я? А, мне этих слизняков, что ли, нужно убить, я так понимаю. Слезть, наверное. Я считаю, стоит слезть отсюда. Ой-ой-ой, нет, нет. Гоблин, нахуй, умри, умри. Давай, на. Ух ты. Нет, отстань, отстаньте от меня, слизняки. Проклятые, блин. Нет. Где он? Че он за звук, блин, издает? На. А, все. Нет, нихуя, я пол жизни снес уже. Ну, давай, умри. Что, сколько тебе можно? Ух, наконец-то это случилось. Он уничтожен. А, два слизняка. Вы откуда взялись? Иди отсюда. Меня сейчас убьют.
Ай, убегаю, они за мной бегут. Что мне делать? Одного убил, остался еще один. О, у меня даже хп прибавилось, ничего себе. Осталось еще немножко слизни убить и вот этих вот чупакабриков. Короче, они меня убили. Если хотите продолжение и хотите, чтобы я продолжил играть в эту игру, и чтобы я помучился и убил, истребил всех этих монстров, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. И всем пока!